Всем привет, спасибо вам большое за то, что играете вместе со мной, а если вы только планируете начинать играть, то скачивайте игру по ссылке в описании. Качайте аккаунты на промокод хэштег Лепард, за него вы получите бесконечные материалы, кучу виртов и других бонусов. Только скидывайте скриншот во ВКонтакте, что вы зарегистрировались, все ссылочки находятся в описании, всем приятного просмотра. Да, я должен им помочь. А что за хуйня? Это не я еще развернулся, у меня персонаж сам Дигл развернулся. Убегаем. Зажимаю тебя, меня зажимаю. Уйду. А ну сюда! Тащить, конечно же. Сюда, 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 сюда. Знаете, клавиатура как Air Force. Чем больше изнашивается, тем только круче становится. Ну сюда. Оп, прихлопнули. Давай теперь ты... О, ты наверху оказался у нас. Ой, не попал я. Ой, блядь, сейчас умру, как лох. Кстати, вон, блядь, стримчик пробил. Вроде, окей, ну... Все понимают прекрасно, что он такой чел на подсосе. Поэтому я в какой-то степени подсос ебаный. У меня такая же хуйня. И я просто буду любить этого человека пиздец как, если он мне симпатизирует. На секунду выйди. Как я его убил вообще? Бежит. Почему у меня так патроны быстро кончаются? Какой же криворукий. Это то, чего боится каждый игрок. Но здесь не особо машины тебе поможет. Ой, как я их убил быстро. А промахи будут с моей стороны вообще сегодня? А, ну да. По вот этому будет. Неудачную позицию выбрал. Этому гангстеру вообще не везет, по-моему, я ни разу еще не промахнулся именно по этому челу. Мне кажется, или сзади кто-то еще есть. Я просто на карте вижу. А ты откуда взялся еще? Давай. Ой, это сильный парень какой-то. Что за говно? Я думал, я был уверен, что я умираю с той стороны. Охуеть, я еще и... Я еще и полбанды убил. Подойду, мне быстро надо тебя убить. Потому что мне спину уже обходят. Респект начинал, стоп 1, кстати. С учетом того, что я инвайтнулся в рифы на минутик 6-й, 7-й.